Ага, пускай. КамАЗ Шапет 115. Молоковоз, водовоз, пищевой, в общем. Трехсекционный, оранжевый, без спалки. А у нас... Это, можно сказать, 12-13 год. Двигатель здесь Евро 3. А бошевская аппаратура 740.62. 208 лошадей. Вот завод старт ставил автоцистерну. Педаль газа электронная. Эльдар, откроешь этот ящик? Он не откроется. Он не откроется пока. Бочка утепленная. Так, бочка утепленная. Что еще знаем мы? Вот будет синий сейчас. Сейчас вот тут кромы вот здесь. Угу. Пожалуйста. Этот? Сейчас откроем этот. Там ничего нет. Там, скорее всего, переходники всякие, наверное, переходники. Я понял. Блестящая машина. Не понял.